Уныние происходит естественно в человеке. Вот мы только сейчас говорили о болезнях. Болезнь, которая не излечивается, но которая долго затягивается. Да иногда и только начинается, уже вызывает у человека расстройство и уныние. Вот причина уныния. То есть уныние от чего? От того, что наша душа просто страдает от недолжного образа жизни. Я вам скажу, что это еще счастье, когда мы поунываем еще сейчас, и нам откроется. Это трудно себе представить, какое же будет страдание души, когда это вдруг откроется. Сейчас не видим, что мы делаем своей душой, как мы ее колем, режем, избиваем, чего только не делаем. Это ужасно, когда мы сейчас не чувствуем. И потом вдруг откроется. Вот причина уныния. Это наш ненормальный духовный образ жизни. Поэтому сказать, избавиться от болезни, как нельзя от многих болезней, нельзя избавиться просто так, раз что-то сделал, укольчик сделал и уже здоров. Ничего подобного. Или таблеточку принял. Нет. А требуется, нам говорят, что требуется вот такой-то образ жизни. Вот так-то вы должны сейчас вести себя, соблюдать такую-то диету, так, совершать прогулки, ну и так далее. Так, вот что. И верно, оказывается, начинает человек следовать этому, и смотришь, говорят, поправляется. Все, прям унывал. А вдруг все, воскрес. Сияющий человек. Вот способ избавиться от уныния. А причина – естественно. Еще бы не унывать. Когда как унывают, наверное, военнопленные. Сейчас мы слышим. Еще бы. Когда такие отношения, издевательства. Так? Ну как же тут не унывать? Ну, надеются, что, может быть, придет освобождение. Да, так вот и мы должны вести, стараться вести тот образ жизни, который избавит нас от этих болезней, и жить надеждою, что придет избавление. Благодарить Бога, знаете за что? За то, что все-таки наша жизнь кончается. О, ужас какой, правда? Благодарить Бога за то, что жизнь кончается. Ну, только никому это не рассказывайте, да. Да-да. Еще бы. Мы даже и не знаем, что будет в любой момент случиться. В Евангелии что написано? Люди будут говорить: горы, сокройте нас, холмы, падите на нас. Вот какие невзгоды, какие скорби. Скорби ожидает этот мир. У каких-то народов они случаются время от времени. Да у всех народов случается. В конце концов будет и всеобщая скорбь, да. Ну хорошо, это я уже ушел от вопроса, извините.